Вышла в свет новая футурологическая драма известного мариупольского литератора, почетного гражданина Мариуполя Юрия Фролова. Писатель-публицист художественной книги «Прогнозе» «Оракул славян» высказывает свою точку зрения на возможный вариант будущего нашей страны. Подробности в следующем сюжете. В основу сюжета книги положен прогноз американских политологов на ближайшие 30 лет. По их мнению, Россия будет главным объектом экспансии Америки в борьбе за иссякающие природные ресурсы. США и их союзники пойдут на всеявные и тайные ухищрения, чтобы ослабить и расчленить Россию. А Украину по сюжету книги ждет раскол на две части. Границей западной и восточной Украины станет Днепр. В западной будет установлен националистический режим, и оттуда новейшими технологиями НАТО поведет необъявленную войну против России, применит тектоническое и климатическое оружие и вирусы вампиризма для уничтожения славян. В течение 2 лет, а именно столько времени потребовалось для создания книги, Юрий Фролов проводил обширную аналитическую работу в архивах, общался со многими известными политиками и политологами Украины и России. По крайней мере, я пытался выяснить их точку зрения на какую-то определенную перспективу. Но говорить о том, что будет через 25-30 лет, никто не решался, но, по крайней мере, через 5-10 лет мне высказывали точку зрения. С некоторыми я был согласен, с некоторыми не согласен. Первые наметки для написания «Оракула славян» Юрий Фролов сделал еще во времена Оранжевой революции, которую сам автор называет «хлестко» – вакханалией. Я смотрел на эту бушующую толпу, на этих людей. А это был декабрь месяц, было холодно. На эти палатки, на это разлитое кофе, на эти апельсины, которые провозили тоннами, вот, на эту молодежь, которая выступала, играла, бесновалась и, собственно, вела себя в некоторых случаях даже неадекватно, и подумал, почему же это все так происходит. По мнению Фролова, причин оранжевой революции было несколько. Среди них нерешенные социальные и экономические проблемы, но главное – те миллионы долларов, которые вложили американцы в нашу оранжевую коалицию в течение 2 лет, чтобы установить антироссийский режим на Украине. В результате прихода к власти президента Ющенко за 5 лет жизнь в Украине катастрофически ухудшилась, а людей все больше охватывает политическая апатия, говорит Фролов. Однако, как показали недавние события в Египте, все может резко измениться. Буквально месяц назад никто и подумать не мог, что политически стабильный Египет буквально закипит. Сотни тысяч людей вышли на улицы с требованием свергнуть действующее правительство. То же самое может произойти и в Украине. Все может быть. Так вот, возвращаясь к тому, что Украина разделена на две части, вот, я все-таки показываю, что рано или поздно находятся силы, которые говорят, что да, это все так, и мы разделены на две части. Но, тем не менее, Украина должна быть одна. И в итоге я рисую, что в итоге, в конце концов, снова, как это было и раньше, Западная и Восточная Украина соединяются, и они становятся единой страной. По сюжету книги на помощь России и всему славянскому миру придет божественная сила – Оракул, который поможет выстоять против США и возглавить мировое созидание. По мнению Фролова, именно так сбудется пророчество Иоанна Кронштадтского. России грядет великое будущее, она своими свершениями восхитит мир. Я в предыдущих своих книгах всегда говорил, что и русские, и украины, и белорусы, они должны быть вместе, потому что у нас один корень, одна судьба. Одна жизнь, у нас одна история, в конце концов. Мы вместе победили фашизм в 1941-1945 годах. Мы вместе восстанавливали хозяйство. Да, нам было трудно, но тем не менее мы в этой борьбе были всегда вместе и победили. Я очень надеюсь, что и Украина, Россия, вот, да и Белоруссия, вот, мы будем жить, в конце концов, лучше, чем мы живем сейчас. Александр Бузулук, Евгений Ткаченко, программа «События дня».